Погодные качели. Белгидромет в конце недели ошарашил белорусов новостью. Обманчивый плюс в ближайшие дни сойдет на нет. Насладиться вдоволь теплом белорусам так и не удалось. Спустя несколько погожих деньков в страну надвигается неустойчивая холодная масса с Европы. Температурный фон начнет меняться с воскресенья. Столбик термометра начнет пикировать вниз, минимум на 10 пунктов. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Местами ожидается снег. Завтра в народе Александров день. Предки уверяли, первые чайки предвещали вешнее тепло. А вот если птицы сразу начинали купаться, к ненастью. В субботу температура воздуха ночью опустится до -2. День порадует не мартовским теплом. Температурный столбик поднимется до 17 с плюсом. Кристина Ариянс, Павел Зуев, Бобруйск 360.